Сточные воды идут в озеро. Карагандинцы на протяжении нескольких дней фиксировали переливы из канализационного колодца в районе Федоровки. На месте наша съемочная группа застала рабочую бригаду. Что там происходило, расскажет Ирина Вабищевич. Вот это видео с огромного напора переливами из колодца на открытую местность рядом с Федоровским водохранилищем облетело все социальные сети и вызвало бурю возмущений. Люди говорили о том, что водоем имеет стратегическое значение для областного центра, и подобные факты недопустимы. Водоем и без того страдал в минувший зимний-весенний период из-за ситуации с 10-м коллектором, когда через вырытую в почве траншею пустили городскую канализацию. По информации Карагандысу, переливов ими не зафиксировано. А сегодня на месте мы застали следующую картину. Шла перекачка гидрантом воды с местности обратно в колодец. Было понятно, что округу затопило так, что образовались огромные лужи, которые можно назвать реками воды. Почему у нас коллектор заиловывается? Это основной коллектор, который идет от сортировки Майкадук, Юго-Восток, город. Сюда попадают ливневые воды, то есть дождевая вода, грунтовая. И эта вода вся попадает в наш коллектор. Компании пояснили причину возникновения переливов. С 12 октября, говорят, начались работы по прочистке. Уже 1300 метров освобождено от ила и прочего содержимого, которое забивает колодцы. Здесь на самом деле заиловано, по нашим расчетам, около 4 километров. Работы не закончены, работы у нас еще продолжаются. Ирина Вабищевич, Серик Тугаев, Сергей Ронжин, 5 канал.